ранние яркие огни утра. Машины уже вовсю ездят, но мы на очередной утренней пробежке. Привет, привет. Совсем новый выбрал маршрут. Там, где днем обычно много машин и пробки, сейчас практически свободно. Бегу по широченному тротуару, совершенно сухому, но везде много гололеда. Ну вот, добежали до большой транспортной развязки. На меня не обращают даже собаки, выгуливаемые своими хозяевами, внимание. Не лает, бегу, а они продолжают свои прогулки. Здорово. Значит, бегущий человек у нас в городе не такое уж редкое зрелище. Ты слышал про такой город Доха? В Катаре вчера состоялся первый 2,5-километровый этап велогонки Тур Катара. Пролог. Но он меня поразил. Знаешь, велосипедисты гнали сами себе за временем. Были журналисты и были организаторы. И ни единого зрителя. Какой-то мертвый город. И никому в этом городе не было дела до велосипедистов. И им это все не интересно. Такой какой-то неинтересный, мертвый, богатый город в этой пустыне. На дороге было больше оранжевых пирамидок, которые устанавливают рабочие дорожные. Но в этот раз они ограничивали путь больше, чем людей. Этих было пирамидок. Глянь, фрагментик специально тебе хочу показать. Dan kwam dat Australisch baankampioenschap vorige week en daar gebeurde het. Het onbreekbare record werd gebroken door Jack Bowbridge. En dan hebben we het over het record van Chris Boardman op de achtervolging. Deze man brak het en is nog altijd maar prille twintiger, hè? Heel jong, bitter jong. En Boardman heeft in een reactie tijdens nog in een speciale Audi mocht rijden. Dat is ondertussen allemaal gereglementeerd door de UCI. Deze Bowbridge moest het dus met de standaard houden. Begint deze Bowbridge. Bouwt wat voorzichtigheid in de bocht, heb ik de indruk. Maar gaat wel vol. Ja, toch wel een eigen aardige positie op de fiets. Maar behaald van het zadel. Heeft natuurlijk die tijdrithouding hier niet. Daar dicht tegen het kantje. Hij zag de grootte van vanuit de trein voor de bracket af. Zowel op spelen als op wereldkampioenschappen gepakt. Heel succesvol geweest in het verleden. En dan, toen hij bijna alles had gewonnen, wou hij iets anders. En sprak men hem aan om als Brit binnen de 5 jaar de Ronde van Frankrijk te winnen. Niet of dat kan uitkomen. Dat is de 5 van Bobic. Trekt zich nog eens volop gang. Er zit alleszins nog jus in de benen, maar als wel absoluut. Trekt nog eens goed door, maar gaat er boven blijven. Boom met meer overgave, met meer panache. En dus 10 seconden rond. En een 10e plaats voor Bowbridge. Ну, я тебе скажу, пока ты смотрел, такую горку нам подняться пришлось. Запыхался, честное слово. А интересно, если бы в нашем городе проходили такие соревнования, тоже не было бы зрителей? Я думаю, были бы. Потому что вчера я смотрел велокросс в Бельгии, и там было людей не в проворот. Прямо десятки тысяч. Это было классно. Один блогер написал. Говорит, еду на своем велосипеде и идет
по тротуару девчонка в юбке выше головы. Знаешь, на кого все выворачивали шею и смотрели? Нет, не на нее. Говорит, на меня, конечно. Едущий велосипедист по снегу и льду — это более впечатляющее зрелище. Ну вот, интересных нам зрелищ, здоровья, классного, классной жизни. Живи ярко. До следующей встречи. Пока-пока-пока.